Я тут такой сайт интересный нашел. toprecord.ru. Представляете, самое длинное имя в мире носит 36-летний житель Эдинбурга Барнаби, Мармадюк, Алоизий, Бенджи, Кобби, Д'Артаньян, Эгберт, Феликс. Друзья, ну, вы пока посмотрите, какие ссылки приготовила рубрика «Найдено в сети», а я закончу. Гаспар, Гумберт, Игнатий, Джейден, Каспер, Лерой, Максимилиан, Недди, Обьяхулу, Пеппин, Кюлиам, Розенкранц, Секстон, Тедди, Апут, Виватма, Уэйлин, Силон, Ярдли, Закари, Усанский. Еще пару занятий, и можно на конкурс самодеятельности. После сальса решила заняться румбой. А что еще интересного можно найти в интернете, смотрите в нашей традиционной рубрике «Найдено в сети». Здравствуйте, меня зовут Василий, я дизайнер. Самым, можно сказать, любимым сайтом для меня является сайт Look@Me. Сайт этот очень интересный, он может рассказать тебе о всем, что творится в мире, в области культуры, моды, искусства, дизайна, архитектуры и всего подобного. Мне очень нравится интерфейс. Он интуитивно понятный, простой, минималистичный. На этом сайте работает несколько компаний, которые делятся на некоторые разделы, как Marktfeur и Village и еще некоторые, которые делают свой контент. Они делают на самом деле профессиональные материалы. Они отслеживают события, делают собственные фоторепортажи и очень общепонятно объясняют, что и как творится в области культуры. Привет всем! Я казахстанский автогонщик Герасимов Алексей. Я люблю сайт Drive.kz, потому что он в основном размещает информацию про наши казахстанские соревнования, пишет про наших победителей, про спортсменов. Специально для «Матрицы». Мне очень понравилась статья на сайте «Гарантия мира» «Warrant Peace». Сайт очень интересный, где пишется аналитика экономическая, политическая, геополитическая. Из последних материалов мне очень понравилась статья, где анализировалось, почему мы не можем использовать наши золотовалютные резервы прямым вложением в нашу экономику. Очень хорошая статья, которая для меня открыла много нового, интересного. С вами была рубрика «Найдено в сети», ваш гид по бушующим волнам интернета. Ссылки на эти и другие не менее полезные ресурсы ищите на нашем сайте matrix-ca.tv.